Основа файла кайта. Перезапуск. Лучший метод перезапуска кайта зависит от позиции, в которой он упал. Если кайт упал передней кромкой вниз, вам необходимо будет его перевернуть, прежде чем запускать. Чтобы это сделать, потяните за задние стропы и держите до тех пор, пока змей не перевернется и задняя кромка не окажется внизу. Продолжайте удерживать стропы до перезапуска кайта. Если вы использовали для посадки главную страховочную систему, ее необходимо восстановить, прежде чем перезапускать кайт. Чтобы кайт не взлетел сам по себе, необходимо притянуть задние стропы. Постепенно складывайте их до тех пор, пока вы не достанете до петель, которые располагаются на расстоянии 1 метра от планки. Зацепите петли за планку или трапецию, и кайт будет оставаться на земле. Проденьте палец сквозь петлю и наденьте сверху ручку. Отцепите одновременно две задние стропы, чтобы кайт не закрутился. Будьте готовы к тому, что кайт может и взлететь. Если подкупольные стропы обмотались вокруг кайта, его вряд ли можно будет перезапустить. Подергайте за передние и задние стропы, чтобы кайт набрал воздуха и развернулся. Иногда подкупольные стропы запутываются так, что этот метод не срабатывает, или перекручивается сам купол. В этом случае задействуйте главную страховочную систему и приземлите кайт. Наденьте задние стропы на воткнутый в снег сноуборд или лыжи. Идите кайту разрешить проблему. Основа фойл кайта – упаковка. Убедитесь в том, что купол прижат достаточным количеством снега, прежде чем начинать запаковывать кайт. Держите планку одной рукой, а другой обхватите стропы. Начинайте сматывать стропы восьмеркой на оконцовке планки. И продолжайте делать это, двигаясь по направлению к кайту. Когда доберетесь до растроповки, зажмите планку между ног и закрепите стропы простой петлей. Наденьте резинки, чтобы стропы не размотались во время транспортировки. Присоедините стропы к куполу при помощи липучки на передней кромке.
Отверните кайт от ушей к середине. Причем подкупольные стропы должны оставаться внутри купола. Положите планку на купол и сверните кайт вокруг нее. И только теперь кайт можно положить назад в сумку.